Всем привет, с вами Макс Гюнтер, и сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы с вами посмотрим игру, которая называется Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Что это означает? Черепашки-ниндзя, мутанты в Манхэттене. В общем-то, игра, как вы уже поняли из названия, по мотивам серии комиксов, а также мультиков. Вот, про черепашек-ниндзя, и, собственно, игра вышла вот буквально минут 20 назад, причем ее задержали где-то на час, там уже люди начали бомбить. Вот, игра, естественно, вышла в Стиме, стоимость игры составляет 1099 рублей, ну, по сути, 1100, да? Вот, и, собственно, почему я решил ее посмотреть? Да потому что в детстве я обожал мультики и комиксы про черепашек-ниндзя. Я вообще, в принципе, комиксы не особо как-то... комиксами не особо интересуюсь, вот. Ну, в основном мне нравится Бэтмен, вот черепашки-ниндзя тоже. Вот, а так, в остальном, ну, не особо как-то, не лежит у меня к ним душа, вот. Ну, а черепах решил я посмотреть ради, собственно, ностальгии. Вот. И давайте-ка посмотрим, что они из себя представляют. И даже если нам, в общем, понравится эта игра, мы ее обязательно пройдем на канале. Вы этого не видели, но в начале, когда я зашел в игру, собственно, сказали обязательно пройти туториал. Давайте его, собственно, и пройдем. Вот. Пока что настройки я поставил на максимальные. Если будет что-то там лагать и так далее, то мы обязательно все подкорректируем. Так, ладно. Туториал. Так, нажмите старт, чтобы открыть меню паузы. Ты можешь посмотреть, в общем, ладно, лист обучения, если ты что-то забыл, да? Окей. Ну, пока вроде ничего никак не лагает там и так далее, тому подобное. Все вроде работает нормально. Так, ладно, давайте, собственно, проходить. Я не помню, кто был с каким оружием, но... у нас в детстве с братом была на Денди вот картридж черепашек-ниндзя. Вот, блин, тут не очень удобно, давайте сразу это настроим. Когда мы на геймпаде, я играю на геймпаде от Xbox 360, стик тянем вверх, камера идет вниз. А когда тянем вниз, она идет вверх. И мне это вообще не нравится и даже раздражает. Так, кейборд. Камера. Ну, видимо, нужно инверцию сделать, да? Или как это называется? Ну-ка. Нет, а вот сейчас наоборот. Странно, то давайте обратно. А, странно, что в игра не поддерживает разрешение 1600 на 900. Просто я обычно записываю в оконном режиме. И для меня важно, чтобы это разрешение работало. Но в итоге не работает, и поэтому пришлось 1600 на сколько-то там, в общем. Ну, побольше. Так, off on. Нет, подождите, нужен off. Так, ну-ка, давайте сейчас попробуем. Так. Блин, да все равно то же самое. Ну ладно, хрен с ним. Может, нам и не придется особо камеру вертеть. Ну, не знаю, по графике выглядит прикольно. Немножко похоже на такие, типа, как Вульф и Мункас. Такая рисовка, как комиксы. Ладно, мы, в общем, подвигались. Я думаю, можем дальше идти. Так, контролить камеру. Это... Так, ну и чего? Мы уже, собственно, поконтролили. Что не нравится? Или нужно без конца бегать по этим... Я вообще на самом деле ждал, когда зайдем в главное меню, что там будет эта вот мелодия из мультика. Я вот это вот ожидал, но в итоге ничего такого не было. Так, ты можешь прыгнуть двойной прыжок, в общем, да? Два раза на нажимаем, окей. Собрали какую-то плюху. Игра поддерживает совместное прохождение до 4 игроков. Кроме того, есть какие-то онлайновые режимы, возможно, это там что-то большее, чем просто... Хераси он там.
Я думаю, это он прилетел туда. Так, это приспешники Шрёдера. Шрейдера, точнее. Шрёдер нечто другое. Так. Простая атака на X, тяжелая атака на Y. Получили. 8 хитов дали. Вообще, вот и такие игры, на самом деле, на канале, мне кажется, не хватает таких игр давненько, вот таких вот кшончиков. Их вообще как-то мало у меня выходит, в силу компьютера, он достаточно такой среднячковый. Так, можно, видимо, парировать, да, правый триггер. Ну-ка, давай. 3, 2, 1. Отлично. Ну да, это типа броня, можно отбивать атаку, но у нас там тоже блок, он восстанавливается, но типа... Что надо сделать? А, прямо перед атакой. Блин, у нас одну пиццу уже срезали. Прикольно сделано жизни в виде пиццы. Не вышло, да? Нужно подгадать. 3, 2, 1. Да, что ж такое? Еее, фига себе, смотрите, если мы идеальную блокировку делаем, то у нас за игрока наш персонаж перемещается. Круто. Так, подождите, right before an attack, hit... А, stop guarding right before... Не понял, не очень понял, что надо сделать. Может быть, надо было... Может, надо было right before an attack. Ну-ка, погодите-ка еще раз. А, right trigger, господи, что я смотрю? Так у нас и есть right trigger. Да блин. Так, ну-ка давай еще разок. Все? Видимо, да. Так, красный объект сломается, если вы будете атаковать. Как это я сделаю? А, можно сюрикен кидать, смотрите, right trigger, да? Ну-ка. Нет, бампер правый. Хорош. Разлетелся. Какой-то бриллиант, не знаю. А, можно еще прицеливаться, да? Эймод. Прикольно. Какой-то энергетический напиток нам дали. Пицца, напитки, блин, энергетические. Молодежь. Так, используй свои... Свои вещи, в общем. О, Эйприл. Здорово. Шестого канала. Репортер. Не, ну понятно, нужно, видимо, прицелиться и его это, да? Так, сейчас все будет. А вот в режиме прицеля нормально камера работает, странно. Легко. Зачем нужны вот эти хрени, фиг его знает. Вообще, подобные игры у меня, на самом деле, тоже есть на аккаунте. Допустим, тот же Watchmen, вот, у меня две части прошел, просто, ну, ура, мне понравилось. Но, конечно, он не стоил там тысяч с лишним. Вот, но все же. А, какие-то Т-очки, да? Правый триггер. А, прикольно, смотрите, они подсвечивают расположение. Типа, можно по стелсу их обойти, что ли? Тейкдаун. YOX. Получай. Один из трех. А что у нас наверху? Ну-ка давай. Че, он просто может по этой шли по стенке лазить? Да выгонится. Они внизу все. Давайте тут побегаем, может быть, что-нибудь найдем. Так, а сюрикен, интересно, бесконечный? Возможно, да. Тут, похоже, ни хрена нет у нас. Ну,
так вот в воздухе забожили. Еще один. Не, ну по требованиям вообще достаточно лайтово. Видимо, все равно нужно. Слушайте, я не понял, что с этой-то? Блин, по-моему, черепахи не лазят по стенам. Как-то это немножко меня настораживает. Не true, по-моему. Хотя, может быть, я не знаю, смотрел эти мульты 100 лет назад и... уже не помню ни хрена, что там и как. Помню Крэнка, блин, который сидел в брюхе у железного робота. Но это я уже понял, что можно карабкаться. Ну, где же та самая тема-то прикольная? Может быть, она типа это... Не по бюджету оказалось разработчикам. Хотя, не знаю. Хера себе! Смотрите, что мы можем летать на какой-то тряпке. Это прикольная тема. Это мне понравилось. Так, а мы можем, наверное, вот сюда забраться, да, получается? Или, наверное, вот с этой вот темы, да? Прикол. Интересно, а можно ли играть на одном компьютере? Кстати, эту собачку я тоже помню. Вот. Так. Не-не, подожди. Ёб твою мать. Я немножко подгорел. Но это все. Нахера. Надо будет знать, что... Учитывать, что у него эта взрывная волна, это просто нечто. Интересно, говорю, есть ли возможность на одном компе пройти всю эту тему? Ну, там, несколькими игроками. Так, да пойдемте до флажка. И насчет этих собачек, помню, в этом, как раз на этом картридже от Dendy, эти собачки были на уровне канализации, значит, были вообще такие мерзотные твари, потому что они отнимали дохрена жизней. Я не помню, сказал ли я или нет, но игра, к сожалению, не вышла пока на русском языке, русификатора нету. Так, можно, типа, менять... Go all out, protect me, follow me. Ух ты, здорово, чуваки, как жизнь. Пойдемте лучше пиццу пожрем. В жопу этот мир. Канализация все равно ничего не будет. Давай, давай. Немножко неприлично все это выглядит дело. Ну ладно. Что-то говорит спрятано. Используйте свои вот эти вот очечки. Не помню, были ли у них очки. Интересно, тут будет Сплинтер? Тот самый крысеныш, который как раз таки учил. Великий учитель Сплинтер. Который всех через... О, тут, наверное, скорее всего, можно будет проскользить, да? Типа как этот... Паркур. Так, а как? Просто прыгнуть, что ли? Погоди, погоди, я еще не разобрался, ни хрена. Да блин, черепашка. Прикольно. Опять этот, блин, командная... Тягание здоровенной двери. Так. Должен изучить, в общем, ниндзюцу, как ее использовать. Так, зажать левый триггер. Нажать A, B, X или Y. Don't forget, так. Комбо атак. Давайте комбо. Хера себе. Прикольно. Командный комбо есть в игре. То есть этот кооператив веселенький, да, обещает быть? Ух ты, ЛТ. Погоди, погоди, погоди. А, менять можно, да, с ними вместе? Ну-ка, давайте попробуем вот это вот. Хера себе. Сюрикены там. Ух ты, слушайте, рили можно менять. А я думал, у меня вот один из любимых был, по-моему, как раз с палочкой, чувачок.
То есть, получается, Леонардо, Микеланджело, Рафаэлло и Донателло, по-моему, да? Да, Дон. Корлеон. ЛТ. Ну, прикольно. Так, давайте открывать. Хотя с мечами тоже крутой чувак, на самом деле. Ну и вообще, на самом деле, прикольные все персонажи. Что говорить. Открываем. Время применить все, что вы изучили на практике, сынки. Ниндзюцу, Свич. Давайте сначала Свич. Кого бы взять? Давайте возьмем чувачка с двумя нунчаками. Вот этого. Ну, прикольно так. Смотрите, как он херачить умеет. Че, давайте, петухи. Идите сюда. Что-то произошло, я не понимаю. Тут махач пошел вообще капитальный. Давайте какой-то шел. Хераси! Пиццу заработали даже, ё-моё. Ой, он насыпил. А, фак, призаряжается все. Навтыкали немного. Если буду проходить игру, буду проходить на максимальном уровне сложности, потому что мне нравится потеть в играх. А легкие, собственно, легкая сложность, она, ну, не вызывает какого-то удовольствия, если честно. Так, пиццу что ли? Давайте пиццу сожрем. И еще одну. А, все, я не могу. А что делать энергетический напиток? Странно, смешно он так бегает с этими нунчаками. Финальный типа тест. Ну чё, где финальный final exam? Все вот это вот. На, получай, говнюк. Бля, мне, можно мне собрать все эти ништяки, которые тут есть? Делюкс пицца. Здоровенная, в общем. Еще одна. I am proud of you, my sons. Always remember. Ну это, конечно, прикол, вот этот вот парашют. Это офигенно. Время, говорит, настоящий дельце настоящего. Иди исполни свой долг как ниндзя. Дай достижение какое-то. Так, в чем он все... А, слушайте, там еще он ништяки, да? Или... А, нет, я думал, просто это красный или это летающий. Прикольно. Так, ну что, давайте время, по-моему, лоудаут. Смотрите, разгрузка. Можно еще, видимо, на черепашек ставить разные, наверное, оружия прикольные, да? Супер сюрикен, комбо-атак. Чары, эмблемы. В общем-то, до хрена всякого вкусного, да? Даже не знаю, слушайте, пока что мне нравится игра. Нравится, что она хорошо работает на моем компьютере. И нравится геймплей прикольный, веселенький такой. Ну и черепахи вообще сейчас, на самом деле, пытаются возродить тему с черепашками-ниндзя. И даже вот выходит фильм скоро, да, новый. Вот. Ну, я не знаю, пойду ли я на него, но предыдущие игры, которые выходили вот на компьютере, я не играл. На самом деле, признаюсь. Ладно, давайте story мод. Так, ну-ка, мультиплеер. Хотя бы просто глянуть, что он из себя представляет. И это, наверное, просто... Ну да, кстати, мультиплеер — это чисто играть с кем-то. То есть, там... Хотя, может быть, там будут какие-то режимы, не знаю. Ладно, давайте story мод уже. Сейчас я гляну, работает ли запись, сколько там у нас еще времени есть, чтобы посмотреть. Так, все нормально, еще минут где-то 15-20, посмотрим. Так, окей, Микеланджело. Выбрать персонажа. Ну, кого будем? Давайте будем качать, наверное, с мечами. Он крутой достаточно, чувачок, чувачок, Леонардо. Бипоп, да, еще Рок, кстати, у него был напарник, этот, носорог. Не, difficulty hard. Hard будем проходить. Если будем. Okay. Давайте посмотрим на hard.
погнали, чуваки. Кто-то писал даже вот в Стиме, что, мол, за... Ну, у них стоит игра 16 баксов, что, типа, за 16... Нет, за, не, даже не 16, где-то 20 или 30. Ну, кстати, этот... Крэнк. Yes. О, старый знакомый. Have I ever done otherwise, General Krang? You should know by now, I plan for all contingencies, Shredder. Can I assume that you are prepared for what comes next? All is in order, General. Excellent. Shall we begin then? Indeed. Прикольно. В общем, а ладно, пока не буду переводить. It would appear our old adversaries are once again engaged in mischief. I'm not sure if mischief is how I describe something this ambitious, father. You are right, Donatello. Whatever their motive, we are honor-bound to intercede, my sons. But we must do so with the utmost caution. As always, our enemies remain dangerous and unpredictable. Yeah, well, they ain't the only ones. Speaking of unpredictable, where's Mikey? Right here, dude. Just found some leftover pie in the fridge that I am honor-bound to scarf down before we head out. Honor-bound? Oh, for crying out... It's just pizza, Mike. Let's go! Such noble pepperoni, such moral mozzarella. В общем, вначале там Крэнк такой спросил, что типа Шреддер ли это? Он говорит, типа, да, я готов следовать приказам. Говорит, можем ли начать? Он говорит, конечно. И типа там черепахи потом сидели там, трещали с Сплинтером и Эйприл. В общем, то, что какая-то хрень начала твориться, и нужно все это остановить. И нужно быть осторожным. Кстати, вот эта тема была, я помню вот эту вот хрень. Помните, такая вот? And Mike got screaming that it's time for an extra large with anchovies and sausage. Forget it, Mikey. Опять жрать хочет. We need to find out what the footer up to. Самый молодой, по-моему, как раз, Микеланджело. Let's move. Fuck yeah. Maybe just anchovies? Погнали. Ух, не помню уж, как точно, как появились эти черепахи. По-моему... Там это случайно, по-моему, даже вот в мультиках старых, там это все объяснялось вот в превьюшке, там в начале было, прежде чем начиналась серия. Типа, показывали, как они, по-моему, как-то там радиация, что ли, их накрыло, что-то типа того, и, кстати, Сплинтер тоже какая-то мутированная, то ли как-то, то, по-моему, просто крыса мутированная, то ли он был человеком, хрен его знает. В общем, я это не помню, и поэтому... собственно, не могу точно сказать. Ладно, давайте начинать. Нам нужно замочить всех. Просто всех замочить, да? Интересно, будут ли какие-нибудь уровни, типа там на скейтбордах, потому что в той же вот на Денде были уровни, где можно было на скейтбордах ездить, было прикольно. Так, блин, меня тут уже лупцует, осторожно. Хрена себе, я закружился. А смотри, а там будет дальше кабан, похоже, да, у нас? Бибоп. Так, пиццу заработали. За хорошие комбо нам дают, типа, пиццу. Так этого можно со спины грохнуть сразу. Хрена себе, он улетел. Чуваки, по стелсу. Отлично, молодцы. Найти вражескую оружейную. Что это такое? Хрена себе. Это типа я сныкался или чё? Чё произошло?
The first battle is fought. А, ты можешь тратить свои, значит, очки и битвы на разные предметы. Ты можешь также менять все предметы, которые у тебя есть типа, в ноше, на те, что есть типа, в этом, в канализации, да? Прикольно, что у нас тут есть. Press direction to select item. Прикол. Так, давайте вот это, блин. А как менять-то? Battle points. А, вот, видимо, нажимаем сюда. Что это такое? Плазма лаунчер. Давайте купим. Я хочу еще эту, хочу очень. Смотрите, какая крутая тема. Кошка. Хук. А у нас не хватит, да, уже? Блин, ну ладно, тогда будем довольствоваться плазмой. Так, у нас еще есть 150 очков. Мы можем что-нибудь купить, либо оставить. Да, смотрите, турельку можно ставить. Прикольно. Ну ладно. Тогда вот так вот пока с плазмой какой-то хренью походим. Сейчас ее заодно заценим, что это такое вообще. Хрена себе, это, блин, это ракетница, ёшкин кот. Блин, я не хочу ее использовать. Можно ее как-нибудь убрать? Можно прыжком. Блин, я хотел кинуть туда эту. Это же бомба, ё-моё, что делать? Надо что-то... фак, не бейте меня, петухи. Что делать-то надо с этой херотой? Блин, тот нас стреляет. Фак. Нет! Блин, что-то жёстенько, да? Там какая-то... Так, погодите, я не то нажимаю, во. Надо куда-то утащить, что ли? Чё он-то? А, во! Прикол! Офигенно! Блин, она меня коцнула. А надо было, видимо, прыгать, что ли? Или чё? А, фак! Да кто там, блин? Я в каком-то говне. Меня каким-то говном закидали. Чё-то они меня начинают злить уже. Давайте вот. А, все там уже ушатали, да? Так, погодите, я опять не то нажимаю немного. А сколько у него снарядов? Бесконечно, что ли? А, все, один снаряд всего? Потратили, блин, один снаряд. Столько этих очков потратили на какое-то говно. Ну, хотя, наверное, не говно, это может быть пригодится. Так, мы припрыгнули, да? Погнали. Хрен, не догонишь. Чуваки, спасайте меня! Где вы, петухи? Protect me, быстрее. Все? Или ни хрена? Получай. Блин, вот эту вот хрень, мозги вот эти вот задолбали. Ты че, у хрен какие-то ах, фак. Охереть. Жестковато на самом деле. Что происходит? Почему я в каком-то пузыре? Двоих забожили наших. Хорош. Да, блять, это опять эта вот херота. Фак. Быстрее наверх. Да. Он. А, нет, все нормально. Какой-то пузырь, прям у нас какой-то пузырь нас зафигаривает, эта хрень. Почему в пузыре, я так и не понял, ну ладно, не важно. Так. Такой, блин, экшон творится, я вообще нихера не понимаю, где что происходит. Это зеленые ниндзя. Да, блин, кто меня опять спихнул?
Или я, может быть, задел, потому что что-то, не знаю. Блин, надо, смотрите, надо эту хрень вот в портал закинуть быстрее, а то время истекает уже. Давай быстрее, черт возьми. Е-е-е, мы смогли. Мы справились. Mission Rank C нам дали. Оставшиеся жизни там посчитали, все такое. А можно, допустим, машину взрывать? Мне нельзя. Эти, блин, пуляющие штуки достаточно, блин, так надоедливые хрени. Нет, подождите. Я, кстати, хочу другого взять, черепашку другую. Ну, с мечами у нас налево. Все, взяли. Так, что надо сделать-то хоть? Надо свериться с координатами Эйприл, да? Ну, он какой-то портал. Это, скорее всего, в этот опять канализации проход, да? Хрена себе, это можно прыгать на этой штуке. А вот смотри, что делает нам этот энергетик. Он нам скорость увеличивает, перемещение. Head to April Coordinates. Так, ну хорошо, где координаты April? Ё-моё, я не вижу. А, вот, вот эти вот, понятно, все. На самом деле, я думаю, эту игру немногие заметили, потому что, допустим, мои друзья в Стиме, там только 5 человек ее как бы, ждали. Остальные все сейчас заняты Думом, заняты Вархаммером, вот. Defeat all enemies with takedowns. Чё такое? Я не успел. Они вас заметили, типа, и всё. А, надо было их забажить, видимо, со спины. Нихера себе какие. Ох, нихрена себе, фак и щит. Ой-ой-ой-ой. Фак вещит. Да ладно, один удар и все, что ли? Мы отпетушены. Шелт-шот, оглушен, типа. Пипец. Одна жизнь осталась. Да, уж жестенько. За это мы еще вообще не играли. Че, где эти ублюдки? Найти какие-то каменных богов, я не знаю, что это такое. Ну, видимо, вот по этой, да? Хераще. Здорово. Так, вертушка типа сейчас будет сюда типа лететь, поэтому будь осторожен, сказал мне Эйприл. Кстати, как-то можно было контратаковать, да, когда я до этого меня окружили эти бесконечные
товарищей можно было контратаковать на Бэшку. Убить его уже. Так, найти каменных... А, украденные, в общем, господи, каменные. Stolen, типа, украденные эти. Какие-то... Там, не знаю, сокровища. Так, а где они? Надо осторожно с вертушкой быть, да? Ты да ищ. Разлетелся. Опасность. А вот это украденное золотишко. Ну эти слабенькие, конечно, бойцы. Чё это приехал такое? Хера себе там с бомбами, смотрите, приехал, блин. Изи, изи. Блин, только не это вот опять херня летающая, ненавижу. Какой-то скролл. Так, можно вот это вот забрать? Да, смотрите, пикап. Хера себе, ты куда понес? Кстати, я помню машинку, нужно было как-то перепрыгивать, что ли. Я помню, в игре была такая вот на этом. Ну-ка. Ааа, фак, тихо. Ёпан, перный театр. Hey, even us brainiacs need a little assist sometimes. Блин, я бы эту машину там взорвал бы этой ракетницей. Где золото-то? Пошел отсюда. Не видишь, люди несут тяжелое. Давай я тебя прикрою. Скотина, не успел я. Эти вроде нубопасы, но они достаточно такие потные, у них жизни немного. Блин, бомбы! Фак, и щит. Меня взорвали, да? Охереть. Кто меня сковал? Блин, этот. Кто-нибудь. Ёперный театр. Какие-то эти, смотрите, чуваки с этими. Все ж, а что это мы все пиццу жрем, сидим? Здорово, такие нажрались, типа, и, типа, зафейлили и нажрались. Ну что можно сказать, игра мне понравилась, не знаю, буду ли я проходить, ну, скорее всего, да, посмотрим, не буду обещать. Сейчас, погодите, может быть, у нас еще немножко времени есть. 38 минут мы сейчас ее смотрим, давайте еще минут 5 поглядим, хотя бы донесем, может быть, это золотишко. Так, давай я сам понесу, можно даже вдвоем что нести. Да ё-моё! Вы запарили, давайте лучше эту суперобилу нафиг, во. Да пипец, у них суперобилы не работают. Кстати, если мне помогают, ну, когда я в панцире, то все окей, как бы я возвращаюсь. Да я возьму, ты нихера не умеешь. Во, можно бросать, смотрите. Правда, не очень далеко. Тут того, блин, да пипец, у них бомбы, ё-моё. Охереть. Можно мне на этого взять?
товарищи с мечами. Да, блин. А, чуваки, помогите. Вытащите меня из этого говна. Да их что-то вообще дофигища. Это вообще... О, смотрите, это типа слоу-мо, да? Крутота. Привык, что стрелять надо на курок, поэтому жму не бампер, а курок, когда бросаю сюрикен. Сдохни, говно. Майку нужна помощь, где ты? Да, блин, вот эти опасные пидорасы, потому что они взрываются. И мы так никогда не донесем это. А они причем один раз нас бьют и все. Надо выбраться. Мне кажется, самое время сныкаться в этот в канализацию, что-нибудь взять нормальное. Я вот эту машину бы взорвал бы нахер, если это, конечно, возможно. Давайте попробуем. Такс. You must prepare for the outside world, for it is full of dangers. Че у нас, сколько у нас еще? 400, а пицца сколько стоит? 600, кусок пиццы 250. Jump drink, speed drink. Кстати, можем пробовать взять speed drink и донести на спидах. Этот, ну, гору слитков. Так, машина едет. Блин, я это немножко. Сейчас она тут, наверное, поедет, да? Блин, а не то нажал. Да что ж такое? Блин, промазал. Ну, отстой. Все. Успел. Красава. Да блин, они их тут лезет бесконечное количество. Как все это пройти? Дон, помоги мне. Так, нужен-то не протект. Черт, машина переехала. Да, нужен не протект, а гол. Чтоб каждый своим делом занимался. Да, возможно, они от меня не уходят. Какие белые потные, офигеть. Черепаха, где ты? А, сейчас будет взрыв. Да, офигеть вообще. Они даже ничего не дают сделать. Да, пипец. Черепаха, помоги. Да тут вообще делать нечего. Пойдем уже пиццу пожрем, ё-моё. Да что ж такое, я никак не привыкну к этому. Офигеть, меня тоже задело. Надо было подождать в этот раз. А, нет, уходи, бомба. Ты вот заебали, откуда они берутся? По-моему, кстати, получилось подорвать бомбу, и он вот в итоге взорвался, да? Ух ты, нихрена себе у него разлет. Блин, опять эти бомбовые ребята. Ух, нифига. Да что ж такое? Помогай мне, чувак. О, красава. Так, энергетический напиток давайте. И мне нужно слитки нужны. Где слитки?
Погнали. Блять, суки. Пец. Да хорош уже взрывать-то, ё-моё, вы чё там за, блин, взрывари, задолбали. И у нас осталось всего минута этого, это ад просто какой-то. На, машину получай, говно. Бомб машину взорвали, да? Мне кажется, машина их спаунила. А-а-а, помоги! Красава. Надо использовать эти. А, черт. Давай. Да пипец. А кто помогать-то будет? Нет, еще у меня еще есть. Блин, надо какой-нибудь комбо. Что там за паук? Увидели это дерьмо? Что это? И что в итоге? На, получай. Где остальные черепахи? Где их найти, е-мое? Я нашел какой-то свиток. Все, мы не успели ни хрена. Фак. Да потому что такое количество этих бомжей, что и они еще и взрываются, а если взрываются, то все жизни отнимают сразу. Фейл. Фейл, точнее. Ну блин, ну извините. Золото вообще это, блин, зло от этого металла. Поэтому нафиг. Ты чё, не понял? Ну-ка давай, умирай быстро. Блин, надо было Б нажать. Всё, никак не могу успеть нажать Б. Так что надо сделать-то? Какие-то там машины найти. Где? Не, вообще на этом уровне сложности игра дает прикурить. Серьезно. Не знаю, может быть просто я нуб, но... Вроде нет. Ну вы сами видели это дерьмо. Там в кооперативе может быть реально, но так, это жесть какая-то. Давайте кто-нибудь меня атакуйте. Давай. Ну что ли, атаковать будешь? Нет? Ну блин, рычье. Чё это было только что? Это был какой-то ядерный удар. Черепаховый суп. Хера себе там, блин, все кости, наверное, сломал. Так, нам нужно какие-то машины найти, да? Где они? Они где-то вот там. Кстати, когда одеваешь такая, видите, хрень опускается на глаз, типа. Все как надо. Хе-хе-хе, рачье. У нас уже 1600 этих очков. Блин, только не это говно. Отлично, у нас, слава богу, тут была эта. Канистра была красная. Так, ну я думаю, наверное, давайте на этом закончим. В общем, я думаю, что и проходить игру будем. Ну, а если не будем, то тогда без обид. На этом все. Оставляйте комментарии, если вам понравилось данное видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.